Горки привезли свято у межах областного проекта «Фестиваль народных талентов Могилёвщины». Свою культурную программу у областном центре «Простаю городский район». Майстры, международные творческие коллективы, выстава и кермаш. Горки показали майстер-класс культурного свята. Фестиваль народных талентов для городских майстров – это не только махчимость показать свою працу, але и добрая реклама. Одразу ж на месцы затекавленные могилевчане обмениваются координатами и робят новые заказы. Малых могилевчан зачаровывая гончарное коло. Майстрица Наталья Ковалевская дает майстер-класс. Как лепят из глины вазочки, очень красивые узоры получаются. И я хотела бы такие же кувшинчики лепить. Из глины. Детки очень заинтересованы. Даже попробовали сегодня лепить. Малыш, 4 годика. Идет, да, возрождение ремесла. Еще одна интересная для могилевчан – резьба по древу. Люди обращаются, оформить площадку детскую и так себе на дачу кому-то поставить. Интересно. Фестиваль народных талентов Могилёвщины – это уникальная возможность побачить у одном месте все лучшее из целого района. Тут и мощная городская школа ремёслов, и лучшие артисты, и коллективы. Сегодня мы презентуем городскую гостевню. Сегодня мы привезли все то, чем богата городская культура. Не только учреждение культуры, но и учреждение образования. И сегодня мы привезли своих лучших мастеров. Ансамбли со званием народ, со званием народный, ансамбли со званием образцовые. Концерт горки зробили на сапраўды профессийном узроўні. Театрализованные композиции, моцный вокал и нават элементы балету. Международный блок у святі представляют студенты Белорусской державной сельгасакадемии, что у горках. Это плюс и горкам плюс, и нам плюс. Мы себя показываем, что умеем что-то, и плюс еще городу. Поддерживаем их. Традиционно в финале свята городский район передал эстафету фестиваля наступному удельнику Дрыбинскому району. И он выступит у Могилёве 5 мая. Татьяна Дмитриева, Василий Лосянков, Новини регіону.